Это мастерская тестов. Лучшие тесты на эрудицию. Ваш попутчик в поезде сказал, что он каюр. О чем всю дорогу он будет говорить? О собаках, голубях или лошадях? Каюр – это погонщик собак. Чтобы стать президентом Украины, нужно отпраздновать как минимум свое 20, 30 или 35-летие. Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, достигший 35 лет. Из чего были отлиты царь Пушка и царь Колокол? Из чугуна, латуни или бронзы? Правильный ответ – из бронзы. Знакомые греки называют вас на родном языке «другом мудрости». Кто вы – политик, филолог или философ? Правильный ответ – философ. Какой из смычковых струнных инструментов возьмет более высокую ноту – альт, контрабас или виолончель? Правильный ответ – альт. Как передвигается коралловый аспид? Летает, ползает или плавает? Коралловый аспид – это вид ядовитых змей. Кто, будучи на своем рабочем месте, должен остановиться на красный сигнал семафора? Пилот, шофер или машинист? Семафор – это механическое средство сигнализации для подвижного состава на железных дорогах. Для какого салата нужно отварить куриное филе? Цезарь, мимоза или греческий? Правильный ответ – цезарь. Из какой страны приехал торговец, который первым привез в Европу золотую рыбку? Из Китая, Индии или Абиссинии? Золотая рыбка – это китайский карась. От названия какой профессии произошли фамилии Шмидт, Смит и Коваль? Кузнец, портной или сапожник? Правильный ответ – кузнец. Вам назначили свидание около памятника Кармен. В каком городе вы находитесь? В Лозанне, Севилье или Марселе? Правильный ответ – в Севилье. Кому город Тольятти обязан своим именем? Итальянскому политику, дизайнеру или автогонщику? Город назван в честь генсека итальянской коммунистической партии Пальмира Тольятти. А сейчас в комментарии ответьте на дополнительный вопрос. В каком городе, по мнению Остапа Бендера, делают всю контрабанду? И продолжим наш тест. Что служит примером симбиоза гриба и водоросли? Мох, лишайник или папоротник? Правильный ответ – лишайник. Под покровительством какой музы находятся учителя истории? Клео, Талий или Калиопы? Муза истории в древнегреческой мифологии – это Клео. У какого современного музыкального инструмента 45 струн и 7 педалей? У арфы, рояля или органа?
Правильный ответ – арфа. Что упало на пол, если ваши подруги хором сказали, что придет мужчина? Нож, вилка или тарелка? К скорому приходу гостя мужского пола случается падение ножа. Какая посуда потребуется гостеприимной хозяйке, чтобы порадовать гостей жульеном? Горшочки, кокотницы или менажницы? Посуда в виде металлической чаши – кокотница. Где в конце 19 века люди, заболевшие золотой лихорадкой, искали настоящий клондайк – в США, Канаде или Мексике? Правильный ответ – в Канаде. На гербе какой советской республики присутствовали хвойные ветви – Литвы, Латвии или Эстонии? Хвойные ветви были на гербе Эстонии. Кем вам приходится отец отца отца? Дедом, прадедом или прапрадедом? Отец вашего деда – это ваш прапрадед. В какую страну Южной Америки вам нужно поехать, чтобы оказаться на родине Че Гевары? В Перу, Боливию или Аргентину? Эрнесто Гевара родился в Аргентине. Где следует искать следы Тунгусского метеорита? В Западной Сибири, Восточной Сибири или на Дальнем Востоке? Метеорит упал в отдаленном районе Восточной Сибири. Какой цвет в композиции кибаны символизирует осень? Белый, черный или красный? Правильный ответ – белый. Кем был герой комедии Гоголя по фамилии Держиморда? Судьей, полицейским или частным приставом? Держиморда – это грубый полицейский служитель. Вы – глава исполнительной власти России. Как вам следует обращаться? Господин спикер, господин президент или господин премьер-министр? Правильный ответ – господин президент. Не забудь подписаться на канал.